Наступление осени уже привычно ассоциируется с окончанием мотосезона. Закрывают его байкеры всегда с размахом. Например, в Москве в этом году к нему приурочили мотофестиваль. Каждый мог поближе познакомиться с мотокультурой, освоить азы управления и прокатиться с ветерком. Праздник объединил почти 6 тысяч поклонников мотоспорта. А вот закрытие мотосезона в Одинцово прошло на ноте патриотизма. В дорогу отправляли владельцев двухколесных коней, ветераны и общественные деятели. Байкер Александр Чичеров увлекся мотоциклами 20 лет назад. Первый вспоминает с особым трепетом. Это был тяжелый отечественный Днепр. Сейчас же его стальной конь – легендарный Харлей. Именно на нем Александр не пропускает ни одного события в мотомире. Сезон выдался замечательным, на самом деле. В связи с тем, что мы участвовали во многих парадах, во многих мероприятиях, у нас появилось очень большое количество друзей, которые действительно, очень даже, дружба у нас на самом деле все шире и шире. Вот, мотобратство, друзья, это всегда поддержка. Расти дерево на память 75-й годовщины. Память о ветеранах, дружников тыла. Чтобы помнили, проехать дорогами победы по местам боевой славы советских солдат уже стало байкерской традицией. Александр, например, побывал в Белоруссии, где встретился с байкерами из стран СНГ. Такие программы уважает ветеран Великой Отечественной войны Константин Федотов. И хоть сам на мотоцикле катался всего пару раз в жизни, байкеров Константин Сергеевич с закрытием мотосезона решил поздравить лично. Знаю, как они бывали в Крыму, как они, оказывают помощь, на Украину прорываются, с каким трудом. И там истинные патриоты в байкерах. В этот раз маршрут с ветерком пролегал от центральной площади города по Можайскому шоссе до деревни Хлюпино, где высаживали молодой лес. С наказом легкой дороги ветераны передали для участников караваи в знак уважения к такому благородному занятию. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».